Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, сегодня у нас воскресенье, завтра, ребят, уже будет понедельник. С воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник у меня выпадают рабочие смены. Поэтому, как бы сегодня Дубуста последний шанс выбиться нам в топчик. Хотя это и не обязательно, но тем не менее, давай глянем. Мы с тобой в Лиге Мастеров, ранг у нас 47-й, то есть, ну, буквально 4 поединка надо сделать, и мы будем в топе. Поэтому я тут особо сильно, ребят, не буду выбирать кого-то там, да. Берем любых персонажей, 4 поединка, в принципе, все легко. Единственное, что получится коротенькая серия. Но, ребят, я ее снял для того, чтобы вы лично убедились, что я буду в топчике. Так, отлично. Она будет, наверное, минут 10, это максимум. Обычно у нас серии по 20 минут, 19-20, а это выйдет где-то 10, потому что, ну, очень короткий будет. Будет очень короткая арена. Так, ну что, давай, наверное, Магне. Смотри, какой он ошарашенный Магне этот. Поэтому я и решил его взять, наказать по полной программе. Так, давай, бросим для начала бомбочку. Так, сплинтер, понятно. Теперь торнадо мусорное и сюрикены от Дони. Все. Шикарненько, великолепненько. Мы продвигаемся дальше. Так, смотрим на какой. Ну, я думаю, 27-я, наверное, будет позиция, скорее всего. Даже 26-я. Еще, как говорится, лучше. Ну что же, берем Кожеголову. Возьму Майки. Возьмем сюда Леонардо. Так, Ванька подождет. Возьму Кунаичи и Рокзара. Кстати, может быть, даже хватит нам мутагена прокачать Кунаичи. Но я сомневаюсь, потому что там нужно будет около 30 тысяч мутагена. Где-то 25-26, наверное. Вряд ли нам столько дадут за 4-5 поединков. Ну, сам понимаешь. Так, давай-ка я, наверное, возьму провокацию здесь. Шлепнем электричеством. И все. И все. Бомбанули. Нормально. Так, ну что, 16-ю позицию дадут. 15-ю. А если я возьму этих ребят, тут у нас Крэнк, тут уже и Пиццелиций. И вот, например, так сделаем. Потому что, ну, сам понимаешь, Крэнк, да плюс Пиццелиций, это разнос полный будет. Особенно сейчас, ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну, в принципе, вот этот Майки, то, что он делает усиление, для нас это вообще, ребят, не проблема. Если бы он делал бы уклонение или еще что-нибудь похуже, там, какую-нибудь защиту, это была бы уже проблема. А вот это вот, это, так, Филькина грамота. Потому что я тут уверен в своих силах и, соответственно, ничего такого особого не стал предпринимать. Ну что, топчик? Нет, еще пока не топчик. Ладно, ладно. Не хотишь, как хотишь. Сам справлюсь. Так, у нас еще фарм элементов сегодня должен быть, друзья. Не забываем об этом. Так, хорош. Давай, Усаги, жги. Жги, родной. Красные глаза. Да, у кроликов, ребята, красные глаза. Как ни странно, не знаю почему, но красные у них. Не глаза, а именно вот эти зрачки. Именно красные зрачки. Так, ну и все. Конечно же, друзья мои, топчик. Спокойненько завтра я уже буду ждать. Чего буду ждать? Отката буду ждать. Забираю, естественно, потом свои осколки, и все будет по новой. Так, по заданиям тут открыто. Давай, наверное, быстренько пробежимся по серии испытаний. Мы, тем более, переходим с тобой практически уже на вторую ступень, если ты не заметил. Я думаю, тут невозможно не заметить, потому что мы уже подкрадываемся к шестому каналу, где Шрейдер у нас там бубнит. Так, что-то я смотрю, VPN тут выскакивает. Видимо, опять брахлит, ребят. Если он сейчас отключится, вдруг игра может зависнуть, вылететь. Потому что играем мы, естественно, через VPN. Практически во все игры играются через VPN, потому что иначе они не будут нормально функционировать, не будут работать PvP-бои и тому подобное. Это касается и
растения против зомби-героя. Если ВПН ты не включен, то фиг ты поиграешь нормально в схватке. И, скорее всего, так оно и вышло. Нет, прогрузилось. Все-таки прогрузилось. Забираем здесь награду. И пошли теперь фармить. Значит, на Донателло ролевого нам не хватает там чего-то чуть-чуть. Силовых ячеек Кренга 5 штук нам нужно. Так, раз. Два. Три. Четыре. И последнюю. Ну да, последнюю силовую ячейку. Есть. Так, дальше нам нужно 14. Блин, вот с наушниками будет проблема. Не так легко они находятся, эти наушники. Тем более 14 штук, ребят. Вот только одни нашли. Ну, конечно, зеленая коба везде лезет. Нет, только вторые. Третьи. Короче, у меня вся пицца улетит именно туда. Четвертые. Пятые. Шестые. Седьмые. Ладно, короче. Ровно половину нам били. Вторую половину, я надеюсь, что у нас получится добить в следующую серию. Так, поднять уровень персонажа. Ну, Эйприл мы поднять не сможем, а вот Донни, скорее всего, да. Пускай прокачивается. Так, забираем здесь награды. И, друзья, идем в испытание вот сюда. Начнем, пожалуй, фарм. Нам нужно эксперт снаряжение, если кто еще не помнит. Они начинают мне пакостить. Игра... Во! Нормально. Так, еще 24 есть. Подожди, ты что делаешь-то? Так, катушки. Последняя попытка. Ребята, отлично, два эксперта снаряжения мы получили. Круто. Блин, смотри-ка, седьмая ступень, ребята. Ну, видишь, так как это не массово, ну, можно было бы прокачать, чтобы он еще жестче, как говорится, давал люлей врагам. И вот здесь можно было бы, ребята, прокачать, но у нас не хватает вот скоро. Нам не хватает именно этого элемента. Так, ну что, у нас получается все пока, да? 999 баксов, 66 откатов, 429 телепортов. Ну, вот такая, ребят, я вам говорил, будет коротенькая серия, так что не бессудьте. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых встреч.